Привет, друзья! Вот и рубрика «Еда». Зашли мы в кафешку рядом от нашего отеля. Наш отель, то есть вот так вот прямо идти на улице Коперника. Не знаю даже какого. Вот лимонадик взяли, и сейчас ждем журик и вареники с уткой и с яблоком, между прочим. От старого города вообще тут вот он. Да, то есть прямо пройди, сейчас встану, покажу. Вот. Не знаем, почем лимонад, но знаем, что с утками и с яблоком все рекламировали 8 штук 30 злотых стоит, а журик 20 чем-то. Не знаю, сейчас посмотрим. Так, вот люди ходят, гуляют. Прекрасненько, вот называется. Пьерогарня Краковоси. Вот так называется. А журик почем? Сейчас скажу вам. 18. Все, здесь вот так же вот ты заказываешь, подходишь, тебе дают штучку, потом она звонит, ты приходишь, или не знаю, тебе принесут, или заберешь, и здесь нужно еще вот вилки с ложками взять. Вот так вот. Лимонадик нам оттуда достался. А я бачила, вот она прислала кнопочку. Зараз принесу варенички. Давай. И приборчик. Этот журик по 18, а нехитрым путем мы вычислили, что 9 злотых лимонад стоит. Ну, честно, так себе, ну ни о чем. Ну, обычно такой напиток, не холодный, там, на лимонад не сильно похож. Что журик вот такой, да, какой-то такой, прям с кашей, действительно. Ну, сейчас попробуем, все расскажем. Вот такое кафе классное, лучше сидеть, конечно, на улице. А внутри, ну, жарковато, скажем так, вот написано расписание. До 21. Там же снятоины, можно донести. Ну, красиво какая подача вареничков. Это утка, а это яблоко, видимо, так оса здесь летает. Ну, все отлично. Не, попрошу тебя снять пробу. Что за журик такой, который такой вот густоватый, как с кашей. Угу, угу. Сейчас хлебчиком дали, да? Так, чтоб не объесться. Ну ты мясо, слушай, дивись. Ну, тоненькие якісь мясо, там это. И пив яйце. С яйцем, с яйцем. Вкусненький. Ну, знаешь, кисловатый, как капуста. Вот такая кислота, как квашеная капуста. Ну, прикольно. Ну, такие и есть. А можешь еще, я очень извиняюсь, варенчик попробовать, чтобы мы уже вот показали. Я не могу. А это что? Это яблоко? Это яблоко. Ой, с корицей. А это, наверное, утка. Вот отдельное яблоко, отдельная утка. Я думала, они все вместе. А ну. Как бы это... не паштет, а такое мелко перемеренная такая фарш. Уточка, да? Фарш. Ну что? Ну, вкусно. Вкусно? Очень здорово. И тесто. Вот то, что мы покупали на фестивале, да? Предпоследние. То они хуже были по тесту. Угу. Эти замечательные. Ну, слушай, отлично. И очень много мяса. Не знаю. Все, друзья наши, приятного нам. Ну и вам, конечно, тоже. Голодными не оставайтесь. Вот находимся мы бар Млечный. Такие бары, они продают еду, как в обычной столовой. Да, можно так да, скажем. Вот. С 9 до 20. Хай. Вот. Здесь есть цены. Вот суп, допустим. Сколько журик там стоит? 10,90, есть всякие вареники, просто ты уже накладываешь, вот, и, точнее, берешь порцию и просто идешь, спокойно себе кушаешь. Ну вот, варианты, просто все уже стоит. Холодник такой, вот прикольный сырник, шарлотка по 7, все стоит уже. Вот, можно брать, насыпать и идти. Окей, Сань. Сказали, нельзя снимать. Ну, короче, мы уже вам тут сняли, показали, а кушать мы пока не будем здесь. Нашли прикольный магазинчик. Да, здесь продается самое это. Ну, там снимать внутри, может, не дадут. Но веселые печенюшки есть. Есть и что покурить. А мы купили две конфетки. Наташ, покажи, пожалуйста. А все, что денег хватило? Называется Лиза. По 3 злотых. Покажи конфетки, пожалуйста. Вот. У меня желтая энергия. У Наташи больше черная. Это вот самая штучка какая-то называется. Кола. Не будем произносить имя. YouTube почему-то нас один раз чуть не забанил. Она называется Лизак. Да. Ну, в общем, конфетка. У меня энергия, у Наташи кола. А вы, сейчас наберем цепку. Налог. 23% налог, да? Ну, да. В общем, вот такой магазинчик есть прикольный. А находится он как раз вот... На Гродской, на улице
Вон, смотрите, Андрея Первозванного вроде как, и сзади, и за ним находятся Петра и Павла. Так что вот такой вам лайфхак. А ну, сейчас ты будешь просто вся прикольно. Прикольно себя чувствовать. А. Ты уже хорошо себя чувствуешь, да? Дуже смачненько. Не, серьезно, смачненько. О, приятно. Ну все, пошли мы вперед дальше. Моя конфетка очень прикольная. Вкус такого энергетика, как Даша сказала. У нее вкус колы. А, я не знаю, может, это просто психологически работает. Я просто иду сейчас и ржу с любого какого-то момента. Я не знаю, что. А что ты сейчас не ржешь? Очень смешно. Даша, сделай видео, я расскажу просто про это. Вот вкус мой симпатичный, да, ты сказала? Вот вроде такой. Да, да, да. Не, у меня тоже вкусненький. Угу. Жалко, в Эмираты мы такое не возьмем. Но здорово подмогло мне в школе с детьми. Ну все. Кстати, очень красивый домик. Але поки що занедбаний. Ну, дуже сподіваюся, що його реставрують. Що ти машеш? Ой. Ти як в тому фільмі. Це ж обыкновенне печенье. Що ви? Возможно. Что, друзья мои, мы в Косте захотели попить кофе и заодно покушать что-то. Да? Нам еще мальчик подсказал, что если мы возьмем как не обед, ну как бы мы хотели взять отдельно белый кофе за 15.50 и отдельно вот такой рапчик с беконом и сыром. Но мальчик подсказал, если мы возьмем комбинацию, это будет стоить дешевле 26 еще по шоколадке, представляете? То есть вот такой вот white кофе, очень вкусный белый кофе, ну надеюсь вкусный рапчик. И вот такая вот и бельгийская шоколадочка стоит 26 комбинаций. Ну, за это ему в чашечку с чаевыми кинули крону. Так что, ну вот здесь вот все. Вот тут бекончик, вот такой всякие овощи. Ну, просто здесь мы сейчас находимся в галерее Казимеш. Просто здесь фудкортов таких вот не оказалось. Такие, как крона? Ой, крона, злотая. А я злотое кинула. Вот, так что вот. Вот очередная наша еда в Кракове. Приятного нам аппетита. Ну и вам тоже. Народ, снова прямое включение. Посмотрите, что это просто. Это просто какая-то вот яркая такая фантазия. Кукуруза есть. Это бобы, перчик, огурчик, морковочка, моцарелла и бекончик. Слушайте, очень вкусно. Такое просто вот. Вкусно. А с каким коштом? 15.90? Вот этой вот вместе это все кошково стоило дешевле. Прикольно. Бабуль, смешно. Все, я буду теперь есть. Итак, друзья, починили мы здесь мой рюкзак. Калетник именно вот вшивает молнии, а швец это обувь. И сейчас такой прикольный ресторан нашли. Захотели перекусить. Это мы все еще возле Казимеш галереи. Добро и добро. Классный ресторанчик такой, да, суши захотелось, суши. Украинский флаг. И смотрите, какой стаканчик. Просто супер стаканчик, отличный. Так, сейчас покажу кафешку. Так. Парень здесь хорошо говорит на украинском языке. Ну, здесь есть такие штучки, всякие приколы. Мы заказали водичку и заказали сет суши. Вот, 22 штучки, вот это вот мы долго выбирали, 22 штуки стоят 64 злотые. Прикольные значки здесь, всякие такие приколюшки, стаканчики вообще просто класс на кофеек. Вот такое кафе, сейчас попробуем суши, но думаю, очень рекомендуем заходить сюда. Немного места, но все очень уютненько, и рюкзачок, вот мой рюкзачок. Молнию вшили, молния очень модная сейчас, просто класс. Классно смотрится, и я рада, что рюкзачок починили. Ну, взяли водичку обычную за 4 злотых. Да, девочка сказала, если вы хотите, я могу дать, ну, из-под крана, бесплатно. Не, его проблемы. Так что сейчас ждем суши. Вот именно типичная польская еда, которую мы хотели попробовать, суши. Принесли нашу красоту уже. Ну, смотрите, какие-то такие большие. Это даже сушища большие. Вот такие вот маленькие с огурчиком. Это зеленый дракон. Не знаю, с чем.
это рыбка, лосось. Лосось тоже. Наташа, попробуй, пожалуйста, да, что-то. Открывай. Потому что очень классные отзывы в Гугле, да? Так мы случайно зашли, шли от Калетника, ремонтировали рюкзак. Такое кафешечко классное, уютное. И вот, и зашли, решили покушать здесь. Заходишь, Зиночка стояла и говорит, заходьте, дуже смачные великі порції. Ну тогда так, сейчас увидим. Я вот себе спробую. Давай. Так. Уже у нас были видео про суши, но в Дубае, а вот про суши в Польше еще не знаю. Это, я как всегда попозорюсь. В Киеве не удалось покушать суши, зато надеюсь, что удастся. Ну мы хотели особо кушать. Ну я хотела бы, но... Серьезно? Да. Ого, такая большая. Классно. Угу. Ну все, вот такой вам лайфхачок. Захотите суши в Кракове, заходите в добро-добро кафе. Буду смачивать. Приступаем. Давай еще все-таки какое-то что-то. Ну какое? Мне кажется, зеленый я бы хотела, чтобы попробовала. Да. Давай. Ну, за вот 22 штучки, за 64. Нормально. Ну, справишься, я думаю, да? Сейчас просто скажи, просто какой вкуснее или что вот чувствуешь? Здесь везде лосось, судя по оранжевому цвету, лосось здесь везде. Мне вот эти больше нравятся. Угу. Рекомендуем? Да. Очень рекомендуем. Заходите, берите суши, наслаждайтесь. Вот еще, смотрите, мы в магазине, здесь такие шоты прикольные есть. Гуарана энергетик за 5, какой-то куркума супер шот. Но я возьму попробовать классик cold brew кофе за 4. Есть с карамелью, есть простой. Ну, такой кофеек холодный, прикольный, за 4 злотых. Ну все, попробуем. У меня супня, рассольник за 7,50. Что там есть у нас? Так это нормальный рассольничек. Ой, пахнет рассольником реально вкусно. Наташа чуть не захотела есть, если мы зашли, так луком пахнет. Покажи. Ну не луком пахнет, я не знаю, чем-то пахнет. Пироги пирогарния. Пристанник пирогарния. Как? Пристанник пирогарния? Кофеек вот такой вот, шот прикольный. Я уже, по-моему, показывала в каком-то видео за 4 злотые. Ну прикольный такой холодный кофе. Этот сладенький. Бывало, брала простой кофе эспрессо. Вот такая вот булочка. Такая здесь зупа, супчик, рассольник за 7,50. Сейчас попробуем. Ну, пахнет рассольником, реально вкусно. Пахнет ну, таким вот соленым. Ну, рассольник, реальный рассольник. Ну что, вкусненько? На здоровечко. Очень довольна. Еще бы это кусочек мяса, и было бы вообще супер. Не, мне хотелось просто вечером так уже перекусить. Углеводов не будем есть. А там же как это углеводы? Там же рис. Вон, дивись, як це не будеш углеводы, коли там рис. Углеводы, Зиночка, тут такие углеводы. А, ну ладно. Ешь ты. Все, приятного. Приятного. Пока гуляем, снова вышли на рыночную площадь. Смотрите, какие здесь приколы есть. И груша в этом, в всяких таких добавках. И яблоко в таких добавках. Видно вам? Ну, дороговато, по 18. Дальше есть уже в шоколаде банан, клубника. И даже, смотрите, перец. Перец в шоколаде. Это, наверное, очень круто, особенно в белом. Мандаринки есть, киви. Вкусняшка какая-то. Можно будет попробовать как-то попозже. Все еще рыночная площадь работает. И наш музей, куда нас 2 раза не пустили. Ну, рассказывай. Что мы находимся в Бохо кафе. Говори громче, не слышно. Бохо кафе находимся, да? Все слышно прекрасно. Покажи вообще. Интерьер. Прикольное такое. Галерея Краковская, конечно. Да, тоже это галерея Краковская. На последнем этаже, уже самый последний, это паркинг. А мы, получается, на последнем этаже, который магазинный. И здесь есть такая кафешка, называется Бохо кафе. Сейчас расскажу, что мы взяли и попробуем. Очень посмотреть. Симпатично, я так обожаю. Папоротники сзади. О, слушай, как красиво. А мой поставь. Да, вот смотрите. Белокава. Вайткава. То есть белое кофе нам очень нравится, и его можно было даже взять бесплатно на завтраки в нашем прошлом отеле, в Портал Хаус.
Это очень вкусный кофе. Я даже не знаю, из чего он состоит, но он классный. Это не капучино, не латте, просто белый кофе. Что значит, из чего состоит? Молоко и кофе только в какой пропорции? Да, какой и пропорции, что первее льется? Вот да, и все. Очень вкусно. Стоит 13,90, где-то 14 злотых. Дальше взяли по португальской тарталетке. Я сюда покажу, у меня ближе. 4,90 она стоит. И эклер стоит 6. Каждый эклер стоит 6. У меня шоколадный, у Наташи розовый. Решили себя побаловать. И вот... Еще с розочкой, а это живая роза? А ну потрогай ее. Да, живая. Все. Класс. Наташа, тебе просто смотри, еще какие тарелочки прикольные. Не, это не пластик, очень красивые. А как ее вообще кушать, мне интересно. Ага. То есть, тут, смотрите, какой-то творожочек, по-моему. Угу. Ну, португальское, мне кажется, это как в Гонконге мы ели. Должно быть яйцо. Угу. Это яйцо должно быть, по-моему. Яйцо и творог. Яйцо, творог, да, вот что-то такое. Сейчас как-то, наверное... Но в Гонконге было это очень вкусно. Португальская сладость, португальцы им завезли, а в Гонконге прижилось. Очень вот сытная. А вот мы едим теперь в Кракове. Угу. Очень сытная штучка, прикольная. Так, сейчас, конечно же, попробую эклерчик. Такой маленький, уютненький. Кстати, всего два оставалось и один. Уютненький. Холодный даже. Холодный очень? Крем очень вкусный. А ну покажи, там белый крем? Твердый просто, да. Масляный? О, так подожди, как это? Я не поняла, но не в середине крем? А что за эклер такой? В моем понимании эклер должен быть в тесте, а тут получается мне на, очень нравится. Такой вкусный, на тесте крем и сверху шоколад. У меня тоже самое, да? О, слушай, точно. Прикольно они сделали. А ну попробуй розовое мое. Что скажешь? Нет. Что, нет? Давайте попробуем. Давай, да? Ну ладно, давай. Переложу аккуратно. Покажи меня в папоротнике, в папоротнике. Даже в папоротнике с красивыми бусами. С красивыми бусами. Я надеюсь, видео про покупку янтаря уже было. Сейчас Наташа будет кушать розу. Не пахнет. Не будет, да? Не, ну я потом за кадром поедатель роз. Но эклер вкусный, мне нравится. Хотя так я к эклерам не очень. Я равнодушна, но мне очень вкусно. Крем такой классный. Что у тебя? Розовый. С ароматом, ну роза. Я чувствую розу, причем крем, ты знаешь, он как творожный. Он не жирный, он не масляный крем. Классный. И вот эта штука, она очень, ну, не сладко вместе, все нормально. Класс. Мне очень нравится. Ну, вот еще один вариант нашего питания. Просто класс. Зашли и решили насладиться в галерее Краковской. Друзья, мы снова в галерее Краковской. Смотрите, какой прикольный выбор всяких нудлсов и вермишеля. Вот, цены адекватные. 8,90 есть. 20,90. Вот мне нравится вот это вот. Курочка с апельсинами. Это вообще круто. Свининки нету. Есть я только... Вот воловину. Воловину. Наташа, а, кстати, на остров. Мы вчера увидели. Это фудкорт тут, кстати. Вот такой прикольный, длинный. И вот это вот Азия Ханг. Азия Ханг кафе. Так что сейчас, наверное, возьмем, что мне как-то хочется курицу с апельсинами. Не знаю, что это такое. Наташа сейчас выберет. Свининки, повторюсь, нет. Вот ребята здесь готовят вот так вот. Такие штучки, вермишелька, соусы. Вот и ребята сами, по-моему, тайцы. Заказали мы 20-й мне и 24-й утку Наташа. Пошла я, принесла наше блюдо. Это ж ты прикинь, дает мне что-то жареное с рисом. Я говорю, это что, 22? Говорю, мы заказывали 20 и 24. Он фыркает, забирает это, ставит куда-то и начинает мне готовить уже вот нормальное блюдо. Я надеюсь, то, что я заказывала с апельсиновым соком. Это твоя утка. Он так фыркает просто. Кафе вообще, ну, блин, ужас. Вчера столько людей возле него было. И как он жал, говорил, через час придешь. Я подхожу, он мне уже машет. Он мне машет и говорит, спайси, не спайси. Я говорю, нет, спайси не надо. Ну, острое, не острое. Я говорю, острое не надо. Так что вот Наташина утка. Мы, конечно, попробуем. Я она приборы такая утка какая-то вся не взяла. Ну, посмотрим. Да, что-то много зажаренного. А то, что вот 22, это вообще было. Просто одна зажарка была. Я говорю, я такое не заказывала. Это не одинаково, да? Не, ну почему? Это курочка, это утка. Да? Ну, давай попробуешь сейчас. Я взяла все. Ну, кушать хочется, выглядит, в принципе, ну, по мне так аппетитно, ну, вермишель особенно. Мясо, я не знаю, зажаренное какое, вот,
кусочки апельсина он сюда так бросал и рассердился, аж как плевал будто. По-моему, у тебя тоже апельсин там есть. Ну, давай попробуем. Просто вчера сколько людей стояло, это, нас это как-то вот... Да, вдохновило, чтобы есть бургеры, да? Ну, пахнет нормально. Не за такие деньги? Нет. 26 это сколько? 27. 27 это сколько? Не деньга? Знаю. Может, $5. 5-6 долларов. 5, ой, ну я буду в евро озвучить, это ж Польша. Подожди, Польша, озвучу в евро. 6 евро, да, ну 6 на 40, я не знаю, сколько сейчас, 6 и 40. А, 240 гривен? Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Ну что, я куточка. Неплохо? Неплохо. Ну, неплохо. Хорошо. Сейчас я еще попробую свою уточку и тоже вам скажу. Кисло-сладкий соус, а макароны немного где-то твердоватые. Так в Вьетнаме не готовят невкусно. Макароны... Да, мы были во Вьетнаме, там готовят вкусно. Независимое мнение Оли. Так, ну-ка. Сладковатая вермишель. Но говори прикольно. Громче, потому что тут все кричат, я думаю, не слышно. Сладковатая вермишель. Ну, кисло-сладкий соус, он везде стоит. Я думаю, у тебя и у меня одинаковый кисло-сладкий соус. Ну, вроде как доваренная. Ну, обыкновенно, я бы дома. Ну, да, вот нет такого... Курочка зажарена, знаете, вот это вкусно. Вкусно? Да, Наташа, там попробуй. Нет? Ну, как, вроде тепленькая, вкусненькая. Там замоченная в этом апельсиновом соусе. Неплохая. Не, неплохая, но мне утка больше нравится моя. Ну, это 16,90. Да? А у меня, да. Ну, у тебя 16,90 вполне неплохо. Ага. Ну, сейчас я... А ты его сняла, да, вот этот вот? Да. Азиахан. Ну, обслуживание... Так я себе. Мальчику нужно научиться говорить. Можно... Его обратно отправить во Вьетнам, пускай он там поживет он еще лет 10. Он нас каких-то сестер принял, я не могу понять, как бы он мне, ну, не в сыновья годится, но младше меня намного. То есть, как бы так говорит, ну, стой здесь сейчас, типа, через час я тебе дам. А знаешь, я почитала в меню, в отзывах на Гугле, и там люди пишут, что они польское не знают, никакого языка не знают особо, а типа делают вид, что что-то знают. Ну, сказать, стой мне здесь сейчас, типа, через час я тебе приготовлю. Ну, видно, поэтому. Хотя, слышишь, прорвались. Не, он грубовато сказал. Странно. Ладно. Что-то сегодня ладно. День это да, у нас грубых людей. Только, к сожалению, плохие люди встречаются, но мы стараемся быть позитивными. Надеюсь, вы тоже.